Ну вот мы дошли до речушки Нарыч, которая впадает в озеро Нарыч. Но тут уже достаточно так мокро, поэтому мы с Надюшкой дальше не пойдем, конечно. Ну, болотистая местность, что сказать. То есть вот, по сути, здесь вот все заросло. Река мелкая, вот туда уходит далеко-далеко. Мы думали, тут поля, а вот здесь вот белорусские болота. Вот за этим вот кустарниками. Тут машина какая-то. А тут дочуня у меня фотографирует тоже. В общем, мы свое любопытство тут удовлетворили, дошли до речки.